лучше государства нет. Там славный принц один живет, свою принцессу давно ждет. Король, отец, издал указ, его узнаем мы сейчас. Внимание, внимание, спешите в замок к нам. Сегодня в нашем замке веселый для вас бал. Красивые, умные, веселые, шумные, певуни, мастерицы, прекрасные девицы. Услышали юные принцессы о королевском указе и стали готовы. Они взяли с собой самые красивые платья, родные, выучили танцы, песни и собрались в сказочное государство. Уж очень им хотелось быть той самой единственной, самой умной, самой неповторимой. И принц решил для них, для принцесс, устроить различные испытания. И, наконец, юные красавицы прибыли во дворец. Приглашаю всех участников в сад. Качурка Ольга. Thank you.
сегодня, уважаемые гости, 1 марта, первый день весны, праздник артишок. Домашнее задание для вас было изготовление необычного мартишона. Вы сейчас подойдете к столикам, возьмете свой мартишон и предоставите членам жюри.
Анна, я родилась 11 марта. Мое имя мне дали мои родители, папа и мама, когда я жила у мамы в животике. Оно означает милое, нежное, ласковое, честное, справедливое, трудолюбивое, я стараюсь такое быть. Когда я вырасту, хочу стать детским врачом, лечить детей, чтобы они не болели. Я люблю рисовать, лепить, чтобы с пластилином маме помогать, гулять, с куклами играть. Если бы я была директором нашего детского сада, то я бы постаралась найти таких спонсоров, которые бы могли достроить садик чуть больше, чтобы в каждой группе было бы две комнаты, одна кроватка, чтобы спальня, чтобы детям построили бассейн, чтобы дети учились плавать. А так, наш детский сад мне очень он нравится, и я люблю в него ходить.
За первое задание. 5 баллов всем. И музыка... украсть блюдо рисованием фломастерами. Всем 5 баллов. Самый чудный первый мыши. Потоки солнечного света. Вот его ты стоишь. Если подумать на жена. Микрофон, закрыть. Смотрите, включили.
этот конкурс общий вам выйти. За этот конкурс первый номер 5, второй номер 5, третий номер 5, четвертый номер 4, пятый номер 4, шестой номер 5, седьмой номер 4, восьмой номер 4. Thank you.
ждать. Ух ты! Тишина! Мне, наверное, корону. Вручаем корону, раз. Мне корону. Год. Три. Я танцевала. Подождешь. Участницы под номером 1 и 2. Биховская Анастасия, Биховская Юлия. Папка, хватит воевать, там уже давно медведь не бродит.
Вот уже как третий год застрелил его Федот. Хорошо бы, коли так, но Федот твой врать мастак. Вот во вторник утром рано про козу твердил с баяном, ну а вечером в четверг сам же все я проверк. Бабушка, ну отпусти! Ладно, внученька, иди, только засветло вернись и в лесу не заблудись. Стоят в лесу дремучем березы и дубы, плывут по небу тучи, внизу растут грибы. Над лугом шмель кружится, довольный сам собой. Поют на ветках птицы, и мы поем с тобой. Ой, смотри, я гриб нашла. Куда она пошла, далеко не уходи. Вон еще гриб впереди. Вон свинушки, вот опята, вот лисички, вот лисята. Ой, а сколько земляники, и черники, и брусники, чтоб не гнуть напрасно спину, 10 в рот, одну в корзину. Машенька, ты где? Ау, не бросай меня одну. Где ты, Машенька, вернись? Ну, ау, ну отзовись. Видно, Маша заплутала, когда я совсем устала. Начала уже смеркаться, и пора мне возвращаться. Отзовись, ау, я тут, нас давно в деревне ждут. Где же ты, моя подружка? Ой, а тут стоит избушка. Если кто-то в ней живет, он домой нас отведет. Заходи. Коль пришла, заходи. Будешь мне в хозяйстве помогать. Печку будешь ты топить. Будешь мне кисель варить. Каши манною кормить. Оставайся на совсем, а не до тебя я съел. Как же я осталась тут? Ведь меня дед с бабкой ждут. Плачет бабка, плачет дед. Кто же сварит им обед? Ты со мной в любимом лесу, я обед им отнесу. Мне в хозяйстве ты нужней. Утро ночи мудренее. Говорила, не ходи, а ты все иди, иди. Сердце чуяло мое, где искать теперь ее? Я-то что, али забыла, что сама ее пустила? Кто же знал, что до темна не вернется к нам она? Ну-ка, хватит здесь орать, вы мешаете мне спать! Ой, спасите, караул! Славно я их припугну, нечего ходить в мой лес. Ладно, я на печь полез. Ишь какая, ты куда? Что там у тебя? Еда, испекла я пирожки, будут рады старики. Здесь черника и с малиной. Хочешь ты меня покинуть? Может, план твой хорош, но меня не проведешь. Нет, меня умнее в лесу, сам я короб отнесу. Отнеси, но я в тревоге, что ты съешь тебе подарок. Короб, ты не открывай, пирожки не мать, я залезу на сосну. Да не лезь, нет, не съем. А что, я сварила кашу, принеси мне. Ладно, Маша, налопай для печки. Гроб твой медведь всегда готов. Thank you.
Сидит в лесу один, сам себе он господин. Жили-были три медведя. Ну, убил их дядя Федя. Ну, дядя Федя. Дядя Федя не пример, дядя Федя браконьер. Косолапые медведь песни я умею петь. Конкурентов не терплю, всем на ухо наступлю. Слово б нарушать не стал, если сильно не устал. Сяду я конопенек, съем с малиной пирожок. Видишь, глазастая какая там сидит, а я таскаю. Сяду я конопенек, съем с малиной пирожок, и с черникой едва ведь ей меня не углядеть. Где же она так высоко сидит и так далеко глядит? Дед с бабкой открывайте, да гостинцы принимайте. Машенька вам шлет привет. Уходи, нас дома нет. Маша маме медведь принес. Маша, внучка, ты ли это? Думали, в живых уж нет. Ай да, Маша, молодец. Вот и сказочки конец. Бабушка, почему у тебя такие большие уши? Это чтоб тебя лучше слышать, внученька. Бабушка, почему у тебя такие большие уши? Это чтоб тебя лучше слышать.
А это чтобы тебя поцеловать. А бабушка пошла готовить вам дальше сюрпризы. Чего тебе надо, старче? Смилуйся, государыня рыбка, пуще прежнего старуха вернится.
хрена же это? Ну, бабушка, пришел как... дурачина. Да почему же? Пришел простофиля. Да Избу просил. Так новенькая изба, смотри, какая. Иди это. Теперь к рыбке. Чего иди к рыбке? Поклонись. Ну, извинись. Извини за что? И скажи ей, что не хочу я быть черной крестьянкой. А чем же ты можешь быть, бабушка? Я хочу быть столбовой дворянкой. Ступай сейчас же к морю. Рыбка! Рыбка, ой, какое море неспокойное. Ой, какое оно черное. Чего тебе надо в настарче? Смилуйся, государыня рыбка. Пуще прежнего старуха разгромилась. Хочет сварливая баба избу новую. Наша-то изба старенькая. Внизу. Подворяна. Ой, хочет она быть крестьянкой. Хочет быть столбовой дворянкой. Печалься, ступай себе сбоку. Благодарю тебя, рыбка. Ну, красавица, ну, дворянка. Ах, какая бабулечка, ну ж какая ты. Ступай отсюда! Бабулька, ну ступай, я же опять на рыбке. Ну чего опять, смотри, изба. Скажи ей, ты красивая, что я не хочу быть теперь столбовой дворянкой. Что ты придумала, бабулечка? Я теперь хочу быть владычицей морской. Фу, ты и жить там мне в океане, в море. Что и чтобы сама золотая рыбка служила ты мне. Маленькая, как она тебе будет и бегала у меня на посылках. Вон к морю. Что с тобой, бабулечка? Ой, черное море. Ой, неспокойное море. Ой, горе какое. Ой, беда такая. Чего тебе надо в настарче? Скинься, государыня рыбка. Не дает, что мне делать с этой проклятой бабой. Не дает она мне покоя. Уж не хочет она быть царицей. Хочет она быть, жить она в море, океане, чтобы ты ей сама прислужила. Ничего не сказала рыбка. Лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго моря ждал он ответа. Не дождался. К старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, Бабулечка, а перед ней разбитая корыта. Что случилось, бабулечка, где? Роли исполняли бабка Гончарюк Ольга и Гончарюк Светлана, золотая рыбка Гончарюк Татьяна. Thank you.
читать, это мы. Алло, алло, опять! Да, там есть чем-то. Я главный принц, а не старший.
живым участницам. Сначала все мисс, а потом в конце принцесса. Но мы знаем, что... Пожалуйста, слово жюри. Уважаемые гости, уважаемые участники, спасибо вам большое, нам очень все понравилось. Нам было очень сложно оценивать, потому что все были супер. Но нам надо было выбрать принцессу этого бала. И мы решили, так думаем, что вы согласитесь с нашим решением, поддержите то, что мы приняли, какое решение. И хотим мы объявить, что мисс нежностью будет музыка Анна. Присуждается Анна. Так и сиди. Thank you.
минуту, мальчик. Так еще мы хотим подарить вот такой приз красивой каждой девочке в память о нашем празднике. Пожалуйста, такие сумочки. Пожалуйста, вам. Каждому по сердечку. И еще Вадим у нас выполнял тоже роль. Пожалуйста, тебе. Приз. Я засыпаю. Так, и еще Анни совместно вам передает сердечки влюбленности. Пожалуйста. Девочку. Своих подружек. До свидания, до новых встреч!